Шестая попытка. Смотрите, мы поймали муравья. Двух. Шестая попытка. Я подойду еще поближе. Ого! А как она так прилетела? Смотри, то есть, здесь, что ли? Я просто скосил. Зато мы попали в дерево, теперь будем великодушно просить у него прощения, за что мы его проткнули. Короткий инструктаж. Короткий инструктаж от человека, который сам не знает как. Подписывайтесь и ставьте лайки. Эту неделю я стала автолюбителем. А теперь еще лук и стрелять. Первый раз проехала сама в городе. Одна машина. А теперь еще стреляю. Ну, смотри, я правильно стою? Не стоишь ты ничего. Из лука. Первая стрела улетела далеко, но нормально. Вторая стрела улетела так далеко, что, короче, я полезла через вот такую штуку. Можешь показать, через какую? Через канавку. Я такая подумала, но там же не глубоко, сейчас как наступлю и перепрыгну. А я как наступила, и нога, короче, там осталась. И, в общем, вот отсюда я была в грязи. И теперь хожу с мокрыми ножками и грязными.